друзья! Всем доброго здравия и моим подписчикам, которые случайно зашли на канал. Снова мы на пляже. Сегодня ветер. И что-то такое то ли капает, то ли нет сверху. В общем, погода не айс. Ну, для того, чтобы походить с детектором, как раз более-менее нормально. Главное, чтобы больше не текло с неба. Не капало сильно. Ладно, иду искать. Так, ходим уже часа два, наверное. Сигналов мало нормальных. Колечек от пивных банок полным-полно. В общем, на прошлом пляже, в прошлый раз хоть и было много сигналов слишком, но было интересней. А так, что-то мне не очень нравится, может, скоро и домой пойдем. Прилив еще не начинается, но по такому количеству сигналов не хочется тут ходить. Все, я уже помыла детектор. Жду своего напарника. Вон он там где-то шарится. Еще еврики собирает. А мне что-то еврики собирать по сухому песку как-то не хочется. После прошлого поиска у меня еще руки не отошли. До сих пор дрожат. Ладно, подожду его еще минут 15, я думаю, он походит, и уже домой. Дома покажу, что нашли. Но находок немного, больше было мусора, причем вот этого легкого и противного. Всякие там палички от пивных банок и прочая ерунда. Ладненько, увидимся на обзоре. Ну вот, разобрала наконец-то находочки. То работа, то все. В общем, некогда было. Они уже бедные и высохли в хабарной сумке. Находок немного, как и в прошлый раз с этого пляжа. Я думаю, пока он так замыт, туда не стоит больше ехать. Будем ездить на соседние. Ну, и ходили недолго. Видно было, что там нечего ловить. Мы так немножко прогулялись, посмотрели, походили. Даже не дождались прилива и уехали домой. Смотрите, это по еврикам. Вот эти прямо сверху лежали, я обычно не копаю, они хорошо на детекторе чувствуются, что это вот такие 5, 2 и 1 цент. Они железные, сверху медью покрыты. В общем, я обычно их не копаю, это сверху лежали, я взяла так, чтобы вам показать, их очень много. Это такой же бич сейчас на наших пляжах, как вот эти вот пробочки, колечки от пивных банок. Сейчас вам покажу. Вот. Вот этого добра всегда много. И теперь уже прибавились вот эти монеты. Их очень много. Они легкие, их бросают туда-сюда волнами. Дальше, что попалось, вот такой кто-то, видно, вязал на пляже. Это, конечно, пойдет в мусор. Этот какой-то пуговки. Вот этого тоже добра всегда много. Тоже мусор. Дальше. Бижутерных сережек, вот таких больших, кольца такие. Ну, у меня уже целая коробка, потому что я их использую для поделок. Ну, очень много, видите. Это стальное колечко. Давно лежит уже так, чуть подпортилось. Вот эти вот колечки очень красивые. Но я думаю, тоже стальные. Я проверю еще. Вот это било как серебро, но проб на нем нет. Я тоже проверю, вам напишу. И вот этот кулончик, тоже не знаю, стальной или серебряный, тоже надо проверять. Ну вот такой поиск получился. Прогулялись, отвели душу. Кому интересно, по картам остаются. Остальным удачи и до новых видео, друзья. А по картам выпали вот такие.
Я бросала карты на нас двоих с напарником, он не успел себе посмотреть. Поэтому я задавала вопрос, какие находки будут у нас двоих на пляже на этот ночной отлив. Ну, в общем, выпало так. Ну что, друзья, смотрите. По первой карте звезда, осторожно. Это все связано, которое там с полицией, с людьми в форме, еще с чем-то таким. Ну, вот так оно и вышло, в принципе. Он нашел телефон, он был в чехле. А, кстати, простите за такие темные кадры. У нас тут плюс 39 в тени сегодня. Аномальная жара, и я опустила жалюзи. Сидим в темноте, но зато в прохладе. И с вентилятором, конечно. В общем, ладно, что получилось? Мой компаньон, мой товарищ по поиску, нашел телефон, который, ну, мобилку, причем такую большую, хорошую. Она была в чехле, который не промокает, герметический. Там были документы, причем на несколько разных человек. Там были деньги. В общем, сами понимаете, такую вещь себе не оставишь. Пришлось отдавать, куда нужно. В общем, эта карта отыгралась. И вот эта, которая солнце-золото, это отыгралось для меня, не для него. Вы видели в находках, я нашла колечко. Причем я сразу так и не поняла, что оно золотое. Сейчас же ставят вот эти вот все пробы лазерные. Они уже сейчас не штампуют здесь. А лазерные пробы, они отлив-прилив, плюс там какие-то камушки, какой-то песочек. В общем, они почему-то стираются. Гравировка, которую наносят перед свадьбой, она держится на обручалках. Ее, видно, глубже делают. А вот эта лазерная, она, как оказалось, стирается. И если бы мне не пришло в голову просто от нечего делать, от того, что такая жара, ничего не хочется. И я просто тихонечко сидела, и все находки, все колечки еще для пущей важности, на всякий случай, проверила на плотность, на сухой мокрый вес, на удельный вес, как хотите называйте это. Оказалось, что это колечко 14 карат. Потом сходила к ювелиру. Так оно и было, да, это колечко 14-каратное, золото белое. В общем, если бы я не проверила эти все колечки, и это белое, которое золотое, ушло бы в шкатулку со всеми стальными кольцами. Так что еще раз повторюсь, ребята, проверяйте все, по 300 раз проверяйте, всякое может быть. Ну, такой поиск получился. Кому интересно, ставим лайк, кому не понравилось, дизлайк. И до новых видео, друзья. Кстати, я была 2 раза после этого еще на одном пляже. Находок было, ну, просто немерено. Видео потом смонтирую, покажу.